Франция, Англия, Чехия, Греция, Германия. И это еще не весь список стран, где оранжевое настроение заразило своим позитивом любителей КВН. Мы приветствуем вас, зрители. На немецкой сцене оранжевые уже в третий раз и снова под приднестровским флагом. Это очень важно, признаются сами КВНщики. Ведь о Приднестровье должны говорить не только на политической арене. Должны и говорят. В Гамбурге уже знают, где находится Тирасполь и кто такие. Оранжевое настроение, скромно подчеркивают КВНщики. Мы уже уверенные приехали в эту поездку. Мы уже третий раз, многие нас знают. Даже было такое, что приходят: «О, ребят, привет, Приднестровье, Тирасполь, Макс, Саша, привет, привет». И мы ходим, а это кто был? То есть уже мы не новички далеко. Очень много проектов сейчас связанных именно с молодежной политикой в Европе и непосредственно с КВН. КВН стал развиваться практически во всех уже частях и мира, и Европы. И Европа почти вся играет. И Приднестровью самое главное не выпасть с этой концепции. Это постоянно, значит, приезжать, выступать и заявлять о себе. Программа, с которой приехали приднестровцы в Германию, практически новая. Но от своего, как его называют сами КВНщики, фирменного стиля отходить не стали. Песни, танцы и драйв. Таким увидели выступление приднестровской команды немецкие зрители. Хотя на европейской площадке юмора ребята выступают часто, на родной сцене всегда спокойнее и приятнее, признаются они. Мне кажется, всегда выйти на родную сцену – это вот особенный кайф. И даже когда ты там все выиграл, да, здесь, и кажется, что тебе там же здесь делать. Но нет, я считаю, что зрителя нужно всегда удивлять, всегда покорять и только подтверждать свое звание чемпиона. В Германии оранжевые закрывали фестиваль. Это особенно почетно, отмечают они. А по его итогам приднестровская команда получила возможность выступать на юмористических площадках Европы. Финансовую часть вопроса в этот раз помогло решить государство, рассказывают КВНщики. Следующая их заграничная поездка состоится уже в мае. Тогда оранжевые в очередной раз будут покорять греческую сцену. Сюзанна Авакян, Александр Чебан, Первый Приднестровский телеканал.